Методичный человек. Представляет Джимми Шоу. Грант, I guess we're gonna have ourselves a good meal tonight. So long, you're a better hunter than I am. Поедим сегодня как следует. Да, ты оказался лучшим охотником, чем я. Конечно, я ведь твой сын. И я тебя венцом угощу. Это хорошо. Люблю выпить под хорошую еду. А теперь слушай. Возьми эту золотую пластину с собой.
Возвращайся обратно прямо к дяде. Я не могу оставить тебя здесь одного. Видишь этого человека? Это мой враг, Ву Пафонг. Он убийца. Твой дядя все тебе объяснит, все, что нужно. Но я не уйду. Ты мой сын, ты будешь делать все, что я тебе скажу. Слушай, даже если ты увидишь, как меня будут убивать, нет смысла тебе встревать, потому что ты кунг-фу не знаешь. Не влезай. Пап, я не пойду. Какой смысл гибнуть обоим? You're looking for me. Ты меня ищешь? You must be Ву Пафонг. Ты, наверное, Ву Пафонг. Good. You look like a gentleman and a scholar. С виду ты джентльмен и ученый. Но на самом деле ты убийца. Дружок, ты сразу быка за рога, хоть мы раньше не встречались. Я надеюсь, ты пойдешь на сотрудничество. Какое сотрудничество? О чем ты? Я не хочу драться с тобой за золотую пластину. И мне нужно найти Лу Лен Хай. И ты пойдешь со мной. Вот и все. Много лет тому назад Лу Лен Хай и я были такими же, как ты. Мы были убийцами. Но прошли годы, и мы свернули с этой дорожки. То же будет и с тобой. Ты попадешься в свою же ловушку. Нет смысла тратить время на разговоры. Так что, знай, во-первых, золотой пластинки у меня нет. Во-вторых, я с тобой не пойду. А в-третьих, я понятия не имею, где Лю Лен Хай. Интиньян, ты наглец. Сначала предаешь нашу банду, забираешь золотую пластину и уходишь. Ты знаешь наши правила. Я должен тебя забрать с собой. Ты обязан заплатить за то, что сделал. Со старшими нужно говорить с уважением. Тебя этому не научили? Так я тебя поучу. Папа, папа. 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 Господа, поскольку сейчас праздник, мы приготовили для вас специальное выступление. Спасибо, благодарю.
It's so late. Why aren't you asleep? Oh, brother. Уже так поздно. Почему ты не спишь? Да, все беспокоюсь о том, что делает Шаолун. Да, он парень беспокойный, но умный. С тех пор, как у нас, особых проблем не было. Но я, конечно, отвечаю за него, за его жизнь. Сейчас он сам не справится по жизни. Не переутомляйся. Ты и так много для него сделал. Но я вот что думаю. Я завтра собираюсь начать учить его стилю «Смертельный кулак». Но толку не будет, если он не познает основы кунг-фу. Может, ты поможешь? Конечно, я уже начал его тренировать, чтобы он лучше выступал на наших представлениях. И еще одно. Думаю, нам не стоит задерживаться здесь. Боюсь, что нас покоя не оставят. Тогда я пошлю гонца к моему другу, мистеру Вонгу. Мы сможем пожить у него, а потом дальше пойдем на юг. Хорошо. Только последние годы были нелегки для дочери, для меня. Ну что ты говоришь, братан? Уже поздно. Давай отдыхай. Назад, в атаку. Сильнее. Рука. Еще. Давай, пошел, пошел. Прямей. Крепче, сильнее. Стой прямо. Давай. Ты слышишь, что я говорю? Стой прямо. Еще, еще. Вперед, я что сказал? Вниз. Встать. Встать. Вверх, вверх. Стой прямо. Прямо. На, держи. Come down. Спускайся. Притворяться бесполезно. Дядя, в чем дело, Шаолинь? Дядя, я хочу порепетировать Шаолюнь. Он еще не закончил. Через 2 часа подойдет. Но, дядя, нам же нужно репетировать, к представлению готовиться. Что сказал? Я с утра уже тренировался. Мы с ним вместе должны репетировать. К завтрашнему представлению необходимо подготовиться. Ладно, бестолочь. На этот раз отмазался. Иди, иди, Шаолин. Пойдем. Так я пойду, дядя. Шаолин. Начинаем репетировать. Шаолин.
Ты правда хочешь репетировать? Я столько тренировался. Перестань. Да какой смысл? Я знаешь, сколько тренировался? Ты хочешь смерти моей? Я так устал, пойду отдохну. Тенчи? Дай-ка веревку. Сейчас. Шаолинь. Иди сюда. Что ты делаешь, Шаолинь? Я скажу тебе. И не притворяй, что не знаешь. Мы обещали дяде, что будем репетировать. Вот и начинаем. И будешь прыгать. Сколько прыжков? Сколько прыжков? Сколько надо? Я буду тебя заставлять, если сам не хочешь. Шаолинь, ты что, серьезно? Конечно. Ты всегда пользуешься своим положением. Ты чуть не убила меня. Я умираю. Я умираю. Дядя. Дядя. Шаолинь. Не надо, я пошутил. Ладно, продолжаем. Шаолинь, ты что? Ты что делаешь? Ты что вытворяешь, а? Что случилось? Простите, простите, господин, извините. Что ты сказал? Это правда? Дядя, это правда. Этот человек убил моего отца. Шаолинь. Ты еще очень молод. Ты должен подождать. Прежде чем мстить, ты пойми, что ты еще не готов к серьезному бою. Надо потерпеть. И помни. А пока ты оставь это мне. Ты не вмешивайся. Если встретишь его опять, притворись, что не знаешь его. Магистрат. Пришел, значит. Я избавился от Джин Тиньяна. Однако не нашел золотой пластины. К тому же я узнал, что у него есть сын. Ты знаешь, где его сын сейчас? Возможно, с Лю Янхай. Лю Янхай. Проблема в том, что я никогда не встречал этого человека. Ты должен узнать, где он прячется. Я нашел группу акробатов, которые выглядят несколько подозрительно. Я стал расспрашивать, но они вдруг исчезли. Ты знаешь, куда они ушли? Направились на юг. Где-нибудь там найдут пристанище. Судя по тому, что я вижу, ты что-то потеряла. Человек, который взял это у тебя, он направляется к югу. Вот этот ресторан довольно чистый и приличный. Хорошо. Давай пошлем вперед Шаолинь. Пусть закажет поесть и выпить. Шаолинь, где Шаолинь? Он там, сзади. Позови его. Ну что, пойдем? Эй, Шаолинь. Over here.
Сюда. Иду, иду. Папа зовет тебя. Я был у гадальщика. Это потом. Сейчас пойдем. Стой. Брат. Сначала надо зайти поздороваться. Хорошо, а мы начнем разгрузку. Осторожней там. Вонг, здравствуй. Я ждал вас, почему задержались? Да неважно, главное, приехали. Здравствуй, Вонг. Привет, привет. Как поживаешь? Отлично, все готово, проходите за мной. Идите за Вонгом. Эй, Шаолун. Переоденься и займись фургоном. Хорошо, слушаюсь. Пап, мне надо кое-что купить. Сначала нужно выяснить, какие нам припасы нужны. Шаолин, не забудь прикупить мне моего любимого винца. Пап, так я пойду? Ну давай. Брат, ты слишком сильно любишь вино. Акао Ю, мне только что сказали, что в поселок приехала очень красивая девушка, настоящая красавица, с личиком очень красивым. Акао, я здесь, хозяин. Отведи меня к ней. Слушаюсь, хозяин. Извините. Вот эта девушка как раз покупает какие-то цветочки. Дай-ка я посмотрю на нее как следует. Хорошо, хорошо. Замечательно. Она просто прелесть. Поговорите с ней. Дамочка, я вами очарован. Может, с этой стороны? Дамочка, позвольте мне заговорить с вами. Позвольте мне представиться. Меня зовут Ши Ман Сан. Я потомок целого ряда чемпионов, бойцов, воинов. И я... Мне всего 43 года, и я еще холостой. И тут такая встреча с вами. Я думаю, это судьба свела нас вместе. Девушка, почему вы на меня не смотрите? Дамочка, почему вы на меня не смотрите? А зачем мне? Девушка, посмотрите на меня. Я симпатичный, хорошо одет. Я умею танцевать, читать и писать. Пишу стихи и баллады. Музычка. Ты улыбаешься? Когда ты улыбаешься, ты выглядишь как будто... Ты выглядишь как цветы, приколотые к твоим волосам. Дай-ка я их возьму. Отстань, не смей меня трогать. Акао, да, хозяин. За что она меня ударила? Хозяин, она вас ударила, потому что вы ей понравились. Не зря говорят, бьет, значит, любит. Правда? Она меня любит. Любит. Поэтому и стукнула. Да. Молодец. Вперед. Вы прекратите или нет? Ты же меня ударила. Ну и что?
Он мне сказал, раз ты меня ударила, значит, ты меня любишь. Вот так и скажи мне. Пошел к черту. Подожди. Эй, что вы делаете? Шаолинь. Этот тип пристает ко мне, преследует. Поможешь? Вам что надо? А ты что, не понимаешь? Эта дамочка стукнула меня. А это значит, что она меня любит. Она тебя любит? Не слушай его. С чего это ты решил, что она тебя любит? Я же говорю. Она меня вот так стукнула. А он сказал мне, разбьет, значит, любит. Ну, так пусть и скажет словами, а я понимаю. Вы говорите, что она бьет вас, потому что любит? Да? Шаолинь, ты ступай. Ты что делаешь? Ты что себе позволяешь? Совсем ничего. Я люблю тебя. Я просто хочу показать тебе, как сильно я тебя люблю. Еще один. Он тоже в меня влюблен. Нет, он не любит вас, хозяин. Ему нравится бить вас. Он любит бить вас. Ах, вот как? Как ты смеешь? Ты посмотри на меня. Я настоящий супермен. I'm gonna make you beg forgiveness. You'll be sorry you ever met me. Ты у меня будешь просить прощения. Ты пожалеешь, что встретил меня. Держи. Удваиваю. Беру. А мне не больно. Нет, перестань, а то хуже будет. Пока убей его. Давай, давай. Остынь, остынь, остынь. В чем дело? Замерз. Замерз, сейчас я тебя согрею. Руки прочь. Вверх. Жарко? Тепло? Бери. Держи, держи. Держи. Что, вам мало? Еще хотите? Нет, нет. Вернитесь, поставьте. Уходите. Сколько раз тебе говорить? Нам не нужны проблемы. Особенно сейчас, когда мы представление еще не начали. Мы только приехали, а вы уже за свое. Папа, он не виноват в том, что случилось. Замолчи. Ну что еще? Брат, мы ведь только что приехали. Подумаешь, мелкий инцидент, без последствий. Не ругай их. Пойдете со мной, будете тренироваться, потому что завтра серьезный день. Брат, эй, вы оба ведите себя как следует. А то обоих накажу. Шаолинь, не забудь принести мне моего любимого винца. Шаолинь, ты сходи вместо нее. Ладно, сразу и пойду. Послушай, налей-ка мне вина. Хорошо.
be 24 cents. Oh. 24 цента. Thank you. Спасибо. Уйди с дороги. Ты куда так спешишь? Извини, за мной гонятся. Человек, который тебе нужен, побежал вон туда. Спасибо. Спасибо, парень, за помощь. Опять ты. Давай я угощу тебя. Налью. Выпить. Я вина не пью. Так выпьем чаю. Пошли. Официант, да? Принесите нам кексов и чайник чаю. А кто будет платить, Стомпи? Попрыгун. Теперь деньги есть. Так тебя зовут Стомпи, Попрыгун? Да. Меня вообще-то прозвали Умник, но я не такой уж умный. А посмотри на мои ноги. Я не поседа, поэтому назвали Попрыгун, Стомпи. А почему он за тобой гонится? Что ты сделал? Этот сукин сын дал мне часы, а теперь хочет вернуть, поэтому я не хочу с ним встречаться. А он действительно хочет с тобой встретиться. Вот идиот. Если он покажется, пожалеет, что встретился со мной. Ты посмотри лучше, кто у тебя сзади. Успокойся. Не затевай драку. Ты же их мне отдал. Зачем ты хочешь вернуть? Сукин сын, ты же украл у меня. Верни. Перестань. Стомпи. Если украл, лучше отдай. Ты не воровал я. Просто одолжил. Взял на время. Одолжил. Не мое дело. Я ухожу. Ладно, ладно, я отдам. На, держи. Ах ты, сукин сын! Вы с ним заодно. Он сбежал, но ты-то остался. Полегче, полегче, парень. Что ты так разозлился-то? На, попей. Ах ты, гад. Ну зачем ты так? Попей еще чайку. Не сердись. Давай. Вот тебе еще чаю. Перестань, у меня нет времени на это. Дядя ждет моего возвращения. Перестань, ты куда? Кто будет платить за нанесенный урон? Пока, до встречи. Идиот, иди к черту. Слушай, хватит драться. Может, хватит? Закончим на этом. Это ты во всем виноват. Из-за тебя все началось. Ты меня разорил. Перестань. Запиши все на счет Стомпи, Попрыгуна. О, боже. Мистер, я ищу кого-то. Послушай, я тут кое-кого ищу. Кого? Ты случайно не знаешь, где Люлянхай?
Не знаю. Но имя Па. Черт. Зачем ты взял мою золотую пластину? Мы же друзья. Мог бы одолжить мне на несколько дней. Это память об отце, негодяй. Верни. Стой, Стомпи. Верни пластину. Что происходит? Мы же добрые друзья. Одолжи мне ее на время. Не валяй дурака. Отдай, хуже будет. Никуда я не пойду. И вообще я на месте стоять не могу. Не зря меня зовут Попрыгун. Стомпи, перестань, отдай. Иначе я разозлюсь как следует. Стомпи, Стомпи, отдай. Иди сюда. Проклятый. Ты за это дорого заплатишь, черт возьми. Дай сюда. Что происходит? Что вы делаете? Вот ему скажи. Что такое? Что? Что здесь происходит? Черт побери. Он забрал мою золотую пластину. Отдай, иди сюда. Перестаньте, перестаньте. Мы с будущей женой едем жениться. На свадьбу. Я не должен видеть ее до свадьбы. Не лезьте. Отстань. Она моя. А не твоя. Верни пластину. Что происходит? Что вы делаете? Не надо, вы же все крушите. Убирайтесь к черту. Вы мне свадьбу испортите. Я так готовился. Все делал как следует. Забирайте и уходим. Давайте, давайте. Скорее, быстрее. Пошли, пошли. Да что за ерунда? Перестаньте бегать. Черт возьми. Вы же не туда. Это все мое. Верните. Как же так? Вы должны нести все в мой дом. Я доберусь до тебя, ублюдок. Тебе это с рук не сойдет. Мой дорогой, спокойно. Мы же собираемся пожениться, а до свадьбы ты не должен меня видеть. Да, верно, это плохая примета. Но скоро, скоро мы приедем домой. Пошли. Куда пошли? Как куда? Домой. Да что ж вы суетитесь-то? Оставьте в покое мою жену. Остановитесь. Я вам всем нападам. Я отобью у вас охоту безобразничать. Назад, назад. Что там происходит? Позови моего мужа. Пусть он объяснит, в чем дело. Хозяин, хозяин. Миссис просила вам дать эту штуку, чтобы отбиваться от негодяев. Вот эту палку? Да, прекрасно. Черт бы вас пробрал. Я сейчас вас поколочу палкой. Будь ты проклят. Стойте, стойте, перестаньте. Поставьте. А раз ты хочешь до меня добраться, поднимайся. Сейчас я разберусь с тобой раз и навсегда. О, нет. Посторонний, уйди отсюда. Что такое? Из-за какой-то золотой пластины такой ужас пережить. Что такое? Ты не видел, что там творится? Дорогой, дорогой, спаси меня. Иди сюда. Как ты смеешь? Мелкая тварь, ублюдок, куда ты залез? Там моя жена. Я тебя убью. Да больно нужна твоя жена. Сам разбирайся с ней. Несчастный. Дорогая, выходи. Что с тобой? Дорогая. Мой дорогой, почему эти люди безобразничают? Только ты должен быть со мной, мой дорогой. Это что, твои друзья? Они пришли на свадьбу? Но ведь это плохая примета — видеть невесту до свадьбы.
Are you absolutely sure he's Wa Fa Fang? Ты точно уверен, что это Wa Fa Fang? He asked me if you were Lu Yanhai. Да. И он еще спросил меня, не знаю я, где Лю Лен Хай. Better tell me how you lost the gold plate. Расскажи, как ты потерял золотую пластину. Я купил вино и столкнулся с парнем, которого зовут Стомпи Попрыгун. И он украл пластину. Брат, не злись. Шаолин, надеюсь, ты понимаешь, насколько важна эта золотая пластина. Дядя, что в ней такого важного? Важного? Она очень важна. Это талисман главаря, благодаря которому он может отдавать приказы. И все из банды должны повиноваться. А почему он оказался моего отца? Твой отец и твой дядя оба были в этой банде. Когда умер главарь, твой отец стал на его место. Главарь хотел сделать своего отца главарем. Но почему же вместо этого он забрал пластину и ушел? И как они попали туда? Твой отец и его отец были молоды. Они не понимали, что делали. Потом все осознали, что это нарушение закона. Когда главарь умер, они решили уйти из банды и ушли прочь. Но другие не оставляют их в покое. А кто такой Wa Fa Fang? Наемный убийца. Ему за убийство платят деньги. А кто над ним? Он получает приказы от магистрата. Зачем ему все это? Зачем? Затем, что у него нет золотой пластины, и он не может всем приказывать. Твой отец отказался отдать пластину, а теперь ты ее вообще потерял. Дядя, я верну ее обратно. Подходите, госпожа. Вам будущее предсказать? Погадать? Я хочу, чтобы вы написали мне письмо для меня. Письмо, да? И кому адресовать? Моему мужу. И что мне в нем сказать? Дело в том, что через 3 дня после нашей свадьбы он уехал, и вот я его уже не видела 3 года. Всего 3 дня были вместе, надо же. Это очень жестоко. Разумеется, это бесчеловечно. Оставил бедную девушку одну. Как он мог так поступить? Вот это и напиши. У меня уже... У тебя... Ты что, заболела? Нет. Тогда что у тебя? Я не знаю, как это сказать. Но если ты не знаешь, как сказать, как я могу это написать? Послушай, ты напиши, что у меня... Ну, это... Понимаю. Понимаю. Я хотел бы у тебя кое-что спросить. Нет, все-таки непонятно. 3 дня были вместе, отсутствовал 3 года. А, значит, у тебя... А должно быть у меня. Где она? Что ты говоришь? Ты знаешь, где моя вещь? Я откуда знаю? Ты можешь ее найти? Я сейчас разговариваю с этой дамой. Она, видишь ли, беременна? Что за чушь? Кто сказал, что я беременна? Но ты сказала, что у тебя это. А что ты имела в виду? Я скажу тебе. У меня есть любовник. Так что напиши моему мужу, что я требую развода. Подожди, подожди. Глупый старикашка. Мой дорогой. Ты все еще сердишься на меня? Нет, я не сержу. Меня разозлил этот дурацкий гадальщик. Как он смеет огорчать такую девушку, Акао? Да. Найди людей моего брата, приведи их сюда и скажи, чтобы они арестовали этого жулика и негодяя. Каолень. Ты иди домой. Я попозже подойду. У меня кое-что для тебя есть. Не заставляй меня ждать. Ты гадальщик, я тебя... Как, опять ты? Что ты делаешь? Хозяин, там опять этот парень. Супермен. Опять ты. Помогите, помогите, хозяин. Большой, иди сюда.
Откуда взялся этот мясник? Откуда ты знаешь? Он действительно был раньше мясником. Но теперь он работает на меня. Большой брат, бей его. Давайте, я здесь. Дай ему. Бей его. Осторожно. Это я все-таки. Действуй, Супермен. Вот видишь, ты видишь? Я действительно Супермен. Супер, супер, супер дерьмо. Big brother, it's your turn now. Come on. Большой брат, твоя очередь. Иди. Акао, Акао. Я здесь, хозяин. Что ты там делаешь? Иди ему помоги. Вот и я. Хорошо. Молодец. Молодой человек, ты удивительный парень. Большой брат, ты что делаешь? А что, не видно? Рисует. Да, мы рисуем. Вы рисуете? Оба идите к черту. Если бы ты хорошо владел кунг-фу, ты бы давно с ним разделался. Да я сейчас его... А теперь получай. Вот тебе кунг-фу. Вот это настоящий кунг-фу. Это опасно. Настоящий кунг-фу. Эй, я сзади. Я тебе задам. Ты что, знаешь трюки и кунг-фу? Он меня победил. Большой брат, я же здесь. Эй, Супермен. Погоди, минуточку, молодой человек. Ты осторожней с моей трубкой. Гадальщик, я потерял одну вещь. Мне надо ее найти. Пошли. Магистрат очень беспокоен. И какой приказ получен? Тебе удалось найти Лю Лэнхай? Есть один человек подозрительный, но я не уверен. Я хочу его испытать. Надо послать туда людей. Если я увижу, как он дерется, я разберусь, он это или нет. Это легко. Здесь моя территория. Без моего распоряжения никто ничего не делает. Только сначала не забудь меня предупредить. Спасибо. До встречи. Всегда, пожалуйста. Не беспокойся, я все сделаю, как ты просил.
Брат, брат, ты должен отомстить за меня. Меня негодяй, жулик избил. Брат Шиман, кто посмел это сделать? Те, кто выступают на представлении кунг-фу-шоу. Кунг-фу-шоу? Да. Вы уверены в этом? Откуда вы знаете про это шоу кунг-фу? Потому что я видел, как они готовились выступать. Да, и сейчас, наверное, уже выступают. Если они сейчас выступают, как же они могли тебя побить? Говори, говори. Это все из-за девушки. Понимаю. Опять за старое взялся. Ладно, я отомщу за тебя. Шиндя, да, возьми с собой людей и предупреди господина Ко. Выступаем через минуту. Сейчас можем зайти в дом, выпить по чашке чая, пока они собираются. Кто тут главный? Я. Значит, ты босс, да? Кто дал разрешение выступать здесь? Ты что, закона не знаешь? Не оправдывайся. Крушите все. Крушите. Зачем же так делать? Разве это не нарушение закона? Закон? Я вот что тебе скажу. Вот наш закон. Дядя, берегись. Надо уважать закон. Что? Ну и что ты можешь сделать? Шаолюнь, вернись обратно. Пропустите. Вот этот, брат. Он бил меня. Это наша территория. Как вы смеете здесь избивать людей? Как смеете? И как он бил тебя? И вот так, и вот так. И еще так. Да. А потом еще в глаз. Вот. Понятно, значит, он так тебя избивал. Да, я все видел. А ты давал ему сдачи? Таким же образом. Хозяин, осторожней. Брат, я? Ладно, не бойся, я здесь. Эй, ублюдок. Я с тобой разговариваю. Зачем ты бьешь людей? Черт побери, а? Ну что стоишь, молчишь? Меч у него, видишь ли, я тебя не боюсь. Иди ты к черту со своим мечом. Ты не забыл, что я Супермен? Что это? Это кулак змеи. Кулак собаки. Пьяный кулак. Я раньше только шутил, а теперь я ужасно серьезен. Я с тобой разделаюсь, понятно? Дамочка. Что еще не так? Почему ты его не ударил? Потому что я предпочел бы поухаживать за его сестрой. Так что ты хочешь? Я не хочу его бить. Хочу дать ему несколько условий. Условий? Ну, скажи ему сам. Ладно. Слушай, ты, значит так, если ты согласишься принять 6 условий, все будет нормально. Слушай внимательно. Первое условие. Ты должен извиниться перед моими родителями. В
Второе условие, ты не должен больше мне бить. Третье условие. Написать письменное извинение. Четвертое условие. Ты должен письменно поклясться, что никогда не будешь меня бить. Пятое условие. Я буду иметь право бить тебя этим веером, потому что ты, дурак, ударил меня первый. И окончательное условие, которое самое главное, поэтому я приберу тебя под конец. Ты позволишь мне просить руки этой дамы? Иди к черту, я тебя пришибу. No more fighting. Why что ты делаешь? Что за глупость? Перестань драться. Почему ты меня не слышишь? Дядя, я не могу этого вытерпеть. Go far away. Уходи. Уйди отсюда. Go. Иди. Come here. Шаолюнь, вернись. I'm very sorry. If there's anything we've я приношу извинения. I apologize. Если вы почувствуете себя задетым, я прошу прощения. Вы слышали условия Шимана? У вас три дня, чтобы выполнить их. И вам придется убраться в другой город. Ясно? Пошли. Слушаюсь. Папа, уже очень поздно. Почему ты не идешь спать? Беспокоюсь за Шаолюня. Я рассердился на него. Что теперь будет? Папа, иди спать. Он скоро вернется. Ладно. Если что, утром сходи поищи его. Гадальщик, предсказатель, ты знаешь кунг-фу? Молодой человек. Если будешь спать под открытым небом, можешь простудиться. Ну и что, мне плевать. Это по молодости, по глупости. Надо контролировать свой характер и темперамент. Ты слишком нетерпелив. Это не очень хорошо. Голова должна быть холодной. Терпеть. Как терпеть? Это похоже скорее на трусость. Как можно позволять такое с собой делать и терпеть? Он убил моего отца, а ты говоришь терпеть. Отца убили. Я больше не могу. Так. Что же делать? Я не хочу праздновать труса. Молодой человек, мы знаем друг друга недавно, но успели подружиться. Тогда почему тебе не относиться ко мне как к старому другу семьи? Может, расскажешь, в чем дело, что беспокоит тебя? Может, и я смогу помочь. Найти убийцу твоего отца. Старик, вот как было. Теперь я все понимаю. Может быть, мы действительно станем добрыми друзьями. И я смогу научить тебя кое-чему полезному. Может, это не слишком много, но это поможет улучшить тебе знание кунг-фу. Правда? Разумеется. Иди за мной. Кунг-фу надо изучать с основ. Ты должен узнать своего противника, наблюдать за ним, определить его слабые точки. Учись, тренируйся каждый день. И наверняка станешь хорошим бойцом.
practicing on your own. Что это ты здесь один тренируешься? Удрал от своего учителя? Или просто некуда пойти? Я просто люблю быть сам по себе и тренироваться кунг-фу, чтобы пресечь все, что мешает мне в жизни. А что тебе мешает? Да, всякие придурки, которые стоят на пути. Но ничего, я расквитаюсь с ними со всеми. А это кунг-фу? Оно поможет? Конечно. Кто же учил тебе там кунг-фу? Старый монах Шаолинь. Это очень мощное боевое искусство. Может, потренируемся вместе, чтобы определить, насколько ты хорош на самом деле. Ты тоже знаешь кунг-фу, но мне нужна помощь. Я сам справляюсь. Ладно. Если будем драться, я разрешаю тебе бить меня. И со всей силы. А если что-то случится, не обращай внимания. Я обещаю, я буду крайне осторожен. Хорошо, я покажу тебе свое кунг-фу. Парень, этот старый монах этому тебя тоже научил? Нет, совсем другому. Мне кажется, я могу тебе тоже кое-что показать. Это боевой стиль. Стрелялка, только ты не попал в цель. Ты чего уставился? Was that taught by the old monk too? No, I didn't teach that either. That's one of my old styles. Now I'll show you my что, твой монах так и не доучил тебя? Нет, я разработал собственный стиль. Посмотрим, сравнится ли он с моим. А то мне придется нанести тебе вред, молодой человек. Как-нибудь еще потренируемся вместе. До встречи. Погоди, дружок. Я хотел бы тебя попросить поискать одного человека. Кого? В вашем шоу выступает один человек, молодой, у которого отец был Чин Тиньен. Что? Присмотри за ним. Если найдешь его, приходи в старый сад возле развалин. Найдешь меня там. Hello, Stumpy. Привет, Стомпи. Давненько я тебя не видел. Где ты был-то? I've been out of town for a few days. I'll go and set несколько your дней меня не было good, в городе. Ahead, huh? Уходил по делам. Ладно. Hold it. Постой. That gold plate. Where'd you get it? Это золотая пластина. Откуда она у тебя? Hold it. Друг мне ее дал. Погоди. Come back here. Вернись. Now tell me. Where'd you get the gold plate? Где ты взял золотую пластину? I'll just set up your counter. Да что это с тобой? Какая разница? Говори правду. A friend of mine gave it me. Друг мне дал. Друг? Скажи, что за друг? Отвечай. Ну ты знаешь, молодой парень, который выступает в шоу кунг-фу. А этот парень? Неужели у тебя совести совсем не осталось? Несколько дней тому назад он спас тебя. Тебя бы до полусмерти забили.
Если б не он, верни ему. Прямо сейчас. Поторопись. I'm sorry. Прошу прощения, извините, дурачок. Мистер, проходи сюда, пожалуйста, садитесь. Что вам угодно выпить? Прямо сейчас? Да-да. И закусить? Ну, что-нибудь. Сейчас все будет. Вот ваша выпивка. Приятного аппетита. Mr. Pa, I'm looking for someone. Господин Па, я ищу одного человека. Who is that? Кто это? Лю Лян Хай. Вы знаете Лю Лян Хай? Лю Лян Хай. I don't know. Нет. Mr. Pa, is Pa your real name? Это ваша настоящая фамилия? You take me for a fool? Какой странный тип. Ты что, меня за дурака держишь? Прошу прощения. Hey, hold it. Постой. I've not finished talking to you yet. Я еще не договорил. Может, тебя не Па зовут? Может, ты и есть Лю Лян Хай? Что за чушь? Лю Лян Хай, лучше сдавайся. Я знаю, ты Лю Лян Хай. Почему ты не признаешь, что ты Лю Лян Хай? Кто ты, черт побери? Отвечай, говори. Я тебя... Лю Лян Хай, ты наверняка и есть Лю Лян Хай. Лю Лян Хай, я... Get away with it this time, you won't. На этот раз ты не уйдешь, Лю. Hey. How dare you bully such an old man? Чего пристал к старику? And tell him. Молодой what человек. What are you doing with that gold plate? Откуда у тебя эта золотая Family пластина? Album. Это семейная album. Реликвия. And who gave it to you? Семейная. Well, так кто тебе ее дал? My father gave it to me. Мне дал ее мой отец. А кто твой отец? У человека может быть только один отец. Ты, наверное, тоже Джен. Ты, наверное, сын Ян Тин Джена. Нет, не знаю. Меня все зовут Стомпи, попрыгун. Стоять. Отвечай правду. Скажу. Стоять. Тебе меня не поймать, потому что меня зовут Попрыгун. Никуда не уйдешь.
Миссис Блонди! Чье это? Не твое дело. Я тебя спрашиваю, кому это принадлежит? Говори. Говори, чье это? Мое. Мое. Мне дал мой отец. Это мое, мое. Тебя это не касается. Это мое. Мое. Стампи? Попрыгун, ты уверен в этом? Да. Тогда я должен тебе сказать. Он не тот, кого ты ищешь. Стампи вырос в этом городе. Мы все его знаем в течение всей жизни. Он занимался воровством, мелким мошенничеством. Значит, он у кого-то это украл. Значит, настоящий владелец тоже где-то здесь. Вполне может быть. Значит так. Ты убил двоих, возможно, не тех. Дай мне пока заняться этим делом. Ладно, я пошел. О, Ван. Все слуги получили извещение. Отнеси это Шао Люнь и Шао Линг. Они оба молоды и нетерпеливы. Лучше не говорить им, куда я пойду. Ты похоронишь его? Но, хозяин, не надо. Официант. Где номер господина Во? Господин Во с мистером Шенгом. Постой. Магистрат. Люлиан Хай. Наконец-то ты появился. Предатель, проклятый. Ты нарушил наш закон. Я с тобой разделаюсь прямо сейчас. Можешь что-то сказать в своей программе? Магистрат, ты знаешь, как и почему это произошло. Никакие оправдания не принимаются. Ты нарушил закон нашей банды. Что же мне с тобой делать, как ты думаешь? Что ж, раз ты настаиваешь, я готов пройти через это. Только дай мне найти Вуд сначала. И после него я приду к тебе. Стой. Люлиан Хай, ты должен умереть за то, что нарушил закон. Ah!
Стой. Who's that? Кто здесь? Лю Лен Хай. I'm the one you're looking for. Я тот, кого ты ищешь. Ты убил Ген Тиньяна. И убил двух невинных людей. Это ты виноват. Раньше пришел бы ко мне, все было по-другому. Now it's gonna be ты убил Тиньяна, я убил магистрата, теперь твоя очередь, Лю Лен Хай. Золотая пластина в моих руках. Ты нарушил закон. И сам знаешь, что виноват. Оправдания тебе нет. Лучше молись, ублюдок. Стой. Я сдаюсь. Предаю себя в твои руки, но у меня есть требование. Оставь жизнь сыну Джена. Ты что, забыл? Я сказал, никаких условий оправдания. Лю Лен Хай, ты слишком стар. Ты утратил свои силы. Я сказал тебе, молись. Responsibility when Shaolong's father and I were young, and now we have to fight to the death. С отцом Шаоланг. It never stopped. Мы много чего натворили, и теперь отвечаем за это. Это никогда не остановится. Found out who we are. Ву Пафон узнал, кто мы, и даже если теперь мы бежим, они все равно придут за нами. Поэтому лучше рассчитаться с ним сейчас. Покончить сразу. Я ухожу. Но есть одна вещь, которую должен помнить Шаолин. Шаолин еще слишком молода. Ты должен опекать ее. Тренируйтесь как следует. Преуспейте в изучении смертельного кулака. Если вы будете держаться вместе, ваше кунг-фу будет самым эффективным. Но если вы не будете тренироваться, вы никогда не сможете отомстить за нас.
Папа. Шаолин, куда ты идешь? Я хочу драться за отца. Ты что, не понимаешь? Мы ему не ровня. И все равно. Тебе, конечно, дела нет. Это не твой отец. Тебе плевать. Чепуха. После смерти отца я пришел к вам. И твой отец заботился обо мне, учил меня. Я хочу преуспеть в кунг-фу, чтобы отомстить. Вот и все. Я видел много раз Ву здесь. Но я слишком желторотый для него. Но почему, скажи, почему? Потому что твой отец не давал мне, говорил, что сейчас не время, потерпите. В изучении кунг-фу торопиться нельзя. По-моему, вам нужно положиться на свои мозги. Не можете взять силой, возьмите хитростью. Готово? В чем дело? Я знаю, где люди, которые вам нужны. И где они? Да тут, в одном заброшенном складе. Можно пойти и повидаться, найти их. Так пойдем. Сюда. Вот люди, которых ты искал. Сегодня мы разберемся с тобой раз и навсегда, сквитаемся. Ну-ну, посмотрим. Не думай, что я буду жалеть тебя в бою. Yeah!
Come on. Давай. Держи. Come on. Давай. Шаолюнь, ты готов? Шаолинга. Watch me. Негодяй. Сейчас ты увидишь, убийца. Я!
Шаолунг! Шаолунг. Давай же. Молодой человек. You can use these ropes to hang yourself. Можешь воспользоваться этими веревками, чтобы повеситься. Then I'll do it for you. А не повесишься, я это сделаю за тебя. Давай, Джим. Oh!